В украинской молодежной хоккейной лиге прошли матчи очередного тура. Чемпион страны среди игроков, которые родились не раньше 2007 года, одесский клуб «Морские волки» вновь играл в Харькове. На этот раз против «Здюсшор-2». Первую игру подопечные Олега Маюка провели уверенно, забросив в ворота противника 5 шайб. В первом и втором периодах отличился Ефим Саханевич, а окончательный счет гости установили в третьем после голов Даниила Жука, Дмитрия Зубко и Рената Алексейчука. 5-0. Вторая игра для одесситов была на порядок сложнее. К 44-й минуте счет был 4-4. И тут свое веское слово взял один из лидеров команды Виталий Ульянов. Форвард гостей точным броском завершил сольный проход через центральную зону. Волки победили 5-4. В активе одесситов уже 4 победы подряд. Матчи следующего тура пройдут в Одессе.